Командует парадом маршал Советского Союза Рокоссовский. Парад принимает маршал Советского Союза Жуков. Трибуна Мавзолея маршал Советского Союза Жуков обратился с речью к войскам Красной Армии, к рабочим, колхозникам, интеллигенции, ко всем трудящимся Советского Союза. «Отечественная война завершена», — сказал маршал Жуков. «Над фашистской Германией одержана победа, какой еще не знала история. Мы победили потому, что нас вел к победе наш великий вождь и гениальный полководец, маршал Советского Союза Сталин».